эксцентриссимо. Пройдет время, и вы забудете, во что была одета женщина, но запах ее духов надолго останется в вашей памяти. Так говорил Кристиан Диор. Но не он придумал духи, цена которых не сотрется из памяти дольше, чем аромат. Парфюм «Секрет королевы» – детище торгового дома «Герлен». 327 тысяч долларов за крошечный флакон. Парфюмеров на создание этих духов вдохновило наблюдение за полетом пчелы с цветка на цветок на рапсовом поле. Упакованы они еще интереснее – более 120 граммов белого золота, оникс и бриллианты. И носить можно не только в сумочке, но и подвесить на цепочку или поближе к сердцу приколоть в качестве броши. Но иногда можно и не следить за пчелами и не придумывать изысканные сочетания. Можно сделать просто флакон за миллион долларов для тех, кто хочет чувствовать себя на эту сумму. Это секрет дома Дона Карен. Бутылочка из белого и желтого золота, 3000 сапфиров, турмалинов и бриллиантов и 1500 часов работы на один экземпляр. Тут уже никто не подумает, что миллион долларов за ноты яблока, орхидеи, лилии и розы немного дороговато. Эксцентриссимо.